и сборная команда России, и сборная команда Чехии. Давайте смотреть этот хоккей. Сборная Чехии в сегодняшней игре в игру не вступает. Наши продолжают атаковать. И вот он, первый бросок. И шайба проходит уже после большой паузы. В прошлом году сумела одержать победу. И теперь пытается отставить свой титул. Вот первый раз матча. Томас Суханов. О, как неаккуратно он сыграл. И едва не Ну и вот опасно. И первый гол в сегодняшнем матче. Александр Могильный. Вот так вот. Чехи. И бросок вновь по нашим воротам. Опасно. Чехия продолжает атаковать. Еще один наброс на ворота сборной России. Опасно сейчас было. И продолжает. Продолжается атака. Бросок. Опасно. Знаете, кроме броска на отборного и вспомнить-то нечего в этом эпизоде. Тем временем Канаев вступает в игру. Случилась неприятная история. Чаем и сейчас. Несмотря на то, что сутки всего... Ох, опаснейший момент на льду. Нападающим он был, закончил карьеру в 2013 году свою. Вот и драка. Первая так. И вот вторая шайба. Вторая шайба. То, что мы желали сборной России. Совершенно гол, который забрасывает Федор Свечков. 2-0. И тут же 2-3 шайба не последовала. Суханов тянул эту передачу партнеру. Ох, как опасно было. И продолжает сборная России атаковать. Еще один бросок. Да, на этом турнире от Канады 4 от финнов. Ох, Канаев вступает в игру. Опасно. Чехи в большинстве. Бросок. Не доходит шайба до Канаева. Вот сейчас он ее четко фиксирует. 4 соперника. Это был Михаил Березовский. И третья шайба в воротах сборной команды Чехии. 2 минуты третьего периода. И, пожалуй, что буквально в шаге сборная России. Вот нападающий сборной России заблокировали. Надо об этом сказать. И четвертая шайба в конце. Федор Свечков. Пятая его шайба. Он становится лучшим бомбардиром. Вот вратарю нашей сборной Павлу Канаеву сухим матчем и всем нашим ребятам с победой в сегодняшней игре.